you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazon Trolley Play, первый сервер, мой не Кирилл Путбуль. Сегодня это такое необычное довольно видео, я думаю, не все знали то, что я продал свой таксопарк, как бы, никто об этом вообще не знал, ну, только на стриме кто был, об этом знали. Я продал его за 4 350 000, я его продал в свой таксопарк Батырева. И, блядь, спустя сколько? Спустя один день я купил себе снова таксопарк, но уже не в Батырево, а в Южном, за 4 миллиона. Как бы минус я не ушел. Госка у таксопарка Южного тоже такая самая же, как и в Батырево, то есть 3,5 миллиона. Зачем я его купил? Вы думаете, нахуя? Я тоже не знаю, на самом деле, зачем я его купил. Я хотел себе купить либо аптеку, либо еще что-нибудь интересненькое. Вот аптеку я очень бы хотел, но почему, я пока не буду говорить и раскрывать секрет, но это очень важно, аптека это очень важная вещь, я думаю, поэтому я хотел бы себе купить, но пока что у меня таксопарк обратно, снова у меня таксопарк. Не знаю, зачем я его купил, может за того, что дешевле, чем я свой продал. Я не знаю, продам я его обратно за те же бабки, интересно. Вот финка у него вообще такая дерьмовая, у него Батырева финка была 20-35 тысяч, серьезно. Я вроде на стриме показывал даже. Тут финка вообще, вообще полное дерьмо. Полное дерьмище, я бы даже так сказал. Просто такую финку я, это, наверное, самая хреновая финка в мире просто. Но я, в принципе, подниму за счет рекламы, в принципе... У меня сколько там стоял? 200, по-моему, за проезд. Это вроде бы как недорого, я думаю. Так, вот этот автопарк, какой я купил. Он находится вот здесь. GPS 613, если что. Вот здесь он находится. Стоимость такси 200 рублей, видите? Таксишки все стоят. В принципе. Их тут 5 штук, как и на всех таксопарках, вроде бы как. Ну, финка... Чё по финке? Давайте, я вам показывал, в принципе. Вот. Кстати, продукты, вот, вы ведь думаете, ну, как бы, я всегда завозил продукты, когда уже 400 было, не, 500 даже. Но у меня был только таксопарк, я один раз туда, когда его купил, завез продукты, и сколько у меня был, где-то месяца два, ну, где-то месяц-полтора, где-то так, он у меня был, я туда вообще продукты не завозил. И когда его продал, там было продуктов где-то 700 чем-то. Короче, таксопарк это круто, потому что здесь затраты, ну, продукты вообще почти не тратятся на самом деле, вообще. И это на самом деле круто. Но это даже очень круто, как по мне. Что тут у нас еще есть? Финка, стоимость одного товара, закрыть бизнес можно, изменить цену проезда. Я 200 поставил, в принципе, нормально. Обратно я себе купил. Вообще-то, ну, выход на то, что я... Бля, у меня пиздец с текстурами, что-то бред какой-то. Это на самом деле хорошо, что я купил его в Южном. Вот смотрите, как бы глобалка будет, и в основном будут задействованы города. Это Арзамас, даже не, стоп. Даже больше всего будет задействовано, это Южный. Южный, по идее, будет, наверное, сам больше задействован, и я купил здесь таксопарк. Конечно, бизнес перенесут, но я думаю, он останется в Южном, как бы. Поэтому, может, какая-то выгода мне и будет с этого. Сейчас я ставлю скриншот, как я его покупал. Точнее, отрывок... видео, как я его покупал. Ну, как-то так я его, короче, купил. Ну, кстати, у вас вопросы, думаете, почему я не в ДПС? Ну, не знаю, говорить вам или нет. Как бы, варна у меня нету. Он у меня был, у меня нет его. Унварн. Так, что-то лагает. Это сервак лагает. Видите? В вашем аккаунте нет предупреждения. У меня варна нету. Я его снял через донат. Да, мне дали варн. Ну, мне дали варн, как бы, возможно, по заслугам, возможно, нет. Короче, хейтеры меня просто сагрили и, ну, короче, как-то так произошло. Не знаю, вернусь я или нет. Посмотрим, в принципе.
обратно в арм, да, не надо там бомбить, ну, блять, ну, я не могу молчать просто, когда меня дэймят, блять, когда меня вот в натуре дэймят, админам похуй, реально, админам вообще похуй, они ничего не видят, ничего не знают, а когда так, ну, пиздец, ну, сразу мне в арм прилетел, сначала посадили в Деморган, по-моему, за что меня посадили в Деморган, я не помню. За что-то меня, короче, посадили Деморган. Я точно не помню за что, но за что-то посадили. И потом я этот просто... Меня выпустили и дали вар. Ну, как-то, блин, честно, мне вообще было похуй на самом деле, потому что, бля, я знаю, что я был прав. Меня, блядь, я просто в больничке за минут 10 где-то раз 5 был. Серьезно, в больничке где-то раз 5 был. За минут 10. Я просто выхожу из больницы... Меня просто сразу сливают все, вот, начинают просто меня сливать. Меня купает откуда такая ненависть ко мне, на самом деле. Как бы я ничего плохого не делаю. Но почему-то многие агрятся на меня. Не знаю почему, но, в принципе, мне похуй. Мне похуй, воспринимайте меня, каким я есть. В принципе, может, пусть убивают, мне вообще похуй. Конечно, я бы мог кинуть ЖБ за номер П, за ДМ жесткий и так далее, но, блядь, ну нахуя? Все равно кто-то когда-то на них напишет, все равно, блядь, кто-то им, блядь, тоже пиздюлей даст. Как бы я не пишу никогда ЖБ, мне это нахуй надо. На самом деле, и я не пишу никогда ЖБ. И никогда не писал, кстати, ни разу. Поэтому как-то так, в принципе. Буду, не знаю, может, будет для бочка поснимать. Может, пишите, кстати, в комментариях, может, вам ДПС надоело, я, может, как бы, немного, там, недельку хотя бы побуду не в фракции, поснимаю для вас походы на ВЧ, дальнобойщики и так далее. Пишите обязательно в комментариях, я бы, на самом деле, этим бы и занялся, возможно. Но, в принципе, все зависит от вас, вы пишите в комментариях, что и как, или просто восстановиться обратно в ДПС, либо... недельку погулять, на ВЧ сходить, там, потом дальнобойщики, в такси поработать, кстати, можно поснимать тоже, если вы хотите. Ну, думаю, я вам все объяснил, показал, не знаю, зачем я купил, блин, нахуя просто, реально, извиняюсь за мат, не понимаю, зачем я его купил, ну, мусора, в принципе, похуй. Вот нехер, блин, вообще там по главной ехал, я должен его по правам пропустить, по дорожному правилу движения, но... Блять, ну ёб твою налево. Видите, карма, чуваки, карма, блин. Я его подрезал, сам разъебал машину. Блять, чё за хуйня? Сейчас быстренько починимся. Ну, хотя, в принципе, я вам всё объяснил, всё рассказал, всё показал. Сам не знаю, нахрена я его купил. Наверное, за того, что он дешевле был, чем я свой продал. Как бы, я свой продал за 4 миллиона 350 тысяч, я купил ровно за 4 миллиона. Возможно, из-за этого, я не знаю, на самом деле. Нахрена я его купил? Просто не знаю, я как-то не могу без бизнеса. Мне без него как-то не, вообще некомфортно. Себя чувствую прям, не знаю, блин. Я люблю, когда у меня бизнес. Я каждый раз, мне приятно заходить на Сибаку. Бизнес там, оп, заплатил за него, там, финочку поглянул. Блядь, что с текстурами? Лагает текстура не... Вот гора не заменена, она лагает, чуваки. Это не из-за моей сборки. Кстати, сборку я слил. Кто не видел, видео есть на канале. Ну и, в принципе, могу ссылочку оставить, если я не забуду на сборку. Можете, в принципе, скачать. Кому нужно. Кто не нашел, возможно. Ну, это у меня, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на Сирайте, ждите новых серий. Всем пока-пока. Outside, I was from the north. She was from the south side. I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.